Володин заявил, что они должны быть чистыми и прозрачными. У меня нет ни малейших сомнений, что чище и прозрачнее придумать будет просто невозможно. Но у вас какой позитивный настрой все-таки? Значит, с моей точки зрения, слова господина Володина не имеют гносеологической ценности, поэтому формировать по их поводу настрой мне представляется просто бессмысленным.